Ага, а теперь кусочки подносятся к носу, уводятся, подносятся. Ой, нет. И если она упустила, и ей предлагается схватить, ее эта игрушечка не ждет. То есть если ты упустила, когда к носику подносили кусочки, тебе придется ее очень догонять. Значит, вот это говорит о том, что сессию игры надо удлинять. Чисто вот временно, то есть прям вот на секунды удлинять, потому что она сколько-то играет, а потом что-то давно не кормили, значит, вот потяг за... Она больше может играть с кулером. Не должно быть разницы. Вот любую игрушку взяли, и сессия игровая должна продолжаться. В смысле, что да. Перетяжки с пулером. Да, столько же. И пулер, не пулер, вот эта игрушка не должно для нее быть разницы. А если вы так сильно не мотаете, она может за игру подойти и потянуть? Надо проверить. То есть активное сложение игрушки – это здорово. А она сама ходит дома, предлагает игрушку. Не продумывай, при наличии еды. Прямо под окно. При наличии еды. Нормально все? В одном и том же пространстве. Я уж хотела подождать, если не продумывать игрушки. Ну, я думала, что или куртку накинь на плечи. Или, ну вот мне не надо, чтобы она понимала вот эту зависимость, что она играет. Ну, хорошо. Причем она, наверное, что-то плотно не продумывает. Еда, игрушка, тяни, да, тяни. Нет, мы не мотаем белкой. Она висит свободно. Дальше, если надо, сейчас через касание формировать. Потому что получается, пока вы из трусов выпрыгиваете с этой белкой, игра есть, а отопление нет. Можно через тач пойти. Ну, как бы. Тач? Нет, убирать еду нельзя. Вот оно, вот твои две проблемы. Разбирайся с ними, собака. Тач? И тач поломался. И тач поломался. Все, пап. Зато усы не поломались. Абсолютно. Вопли приросли на уровне. Тач? Молодец. Ага. Колик, тач? Нос. Коснись. Молодец. Угу. Нос. Нет, коснуться надо. Да. Молодец. Просто надо на руку очень быстро перевести. Молодец. Да. Молодец. Молодец, она получила, когда уже бежала за едой. То есть, если вы кликером не пользуетесь, просто маркером. Да, отлично. Молодец. Повнимательнее работать с маркером. Ага. Нельзя убирать это. Поняла. Молодец. Лизу обожала. Да. Базовые три. Играй. Нос. То есть, если вот там вот так как такое, надо вот это проработать. То есть, что игрушка висит неподвижно, вы в это не вкладываетесь. Она сама подходит и тянет. Да? Потому что, да, пока вы размахиваете и активно рекламируете, она, игра есть. А сама она инициативы не проявляет, получается, в этом. То есть прям выучить, как цирковой трюк. Подойди и потяни за веревку. Подойди и потяни за веревку. Не давайте снимать, да, что-то сделайте. Либо за веревочку ее оттяните, да, что-то сделаем. Либо еще что-то там, что-то. Да, то есть вот при активном предложении, вот, да, ты говоришь, потряси, я знаю. Тут же она. Да. Вы можете потрясти, она схватится не заплатить. Сказать, что да, это здорово, а теперь она висит неподвижно, а ты мне хватай. Да, здорово. Вот ты что прошлепала, а? Надо было. Ну, конечно, хороший тяг. Кисть ты чувствует, хорошо тянет или нет? Ну, все. На хороший тяг клик наложить.
решающая команда на то, чтобы взять и колонну. Ну, команда Кыш, да? Когда игра Кыш, играем, а решающая команда на взять и идут. Это дополнительная команда будет. Ешь, играй. Ну да, да. Нет. Да. Одна команда на решающая что-то играет в рот не может быть. Ну, ради бога, да, именно это и есть. Играть? Ну, тут, если ты обидываешь, ешь. Если ты из руки предлагаешь, ешь. Нет, игрушка и кыш, да. Нет. У меня одна команда на то, что можно взять в рот. А, ты имеешь в виду... А, и у меня разные, я не знаю. Мне все-таки хочется, лучше разделить, чтобы да? они разные были. Но это мое мнение, я хочу, чтобы они у меня были разные. Ну, потому что я и пытаюсь понять, если у меня одна потому что команда... Потому что это взаимодействие с игрушкой. Собака иначе не поймет. Ну если да. Если одна команда, ну не то, что она не поймет, но ей. Значит, смотри, вот закон следующий. Можно одно действие называть несколькими словами, разные действия одним словом нельзя. Вот, я про что и хотел. Да. Я да. ходил сейчас. Да. Момент такой, продумал. Сейчас нужно две команды. И она тут же поплыла, тут же рассеялось внимание. Это что, будет работать надо? Какая задница. Я уже все поработала. Да? Просто так не дам. По поводу вчерашнего входа без недоуздка. Вы пока походите только в недоуздке, если вы знаете, что она войдет куда-то, в чужой ли двор, в чужое ли помещение, неспокойно. Почему? Потому что если вы, вот, либо вы приняли решение, и всегда она, вот с этого дня, она в незнакомое помещение, где я могу получить возбуждение, входит недоуздки. Либо если так, то так, то так, она чувствует эту разницу, говорит, а, недоуздка нет, ура, и поперла. То есть получается так называемое вероятностное подкрепление. На 11-й раз можно. И я буду пробовать не 11-й или это раз все время. А еще нюанс по командам хотел уточнить. Все-таки команда использует короткие слова, и собака использует первый слог, и второй слог лучше. Вот даже никогда не задумывалась. У меня, кыш, у меня команда на посадку из движения звучит как «Айтава». Оно просто было ни на что не похоже. Нет, потому, я просто есть озвученные команды «кыш» и «ешь». Вот одинаковые. Вспоминая Лоренса, который писал, что у него соседский резиденшнауцер отличал 5 разных слов. «Катце», «наце», «эйркатце» и «шатце». «Шатце» звали ежика, его звали «наце», «кошка», соответственно, «кошка» и «белка». Ну, похоже, я бы тоже там разделяла на всякий случай, но с другой стороны, они вон падение сахара для диабетиков и приближение эпилепсии чудесно чувствуют. Гуляй. Так. Вспоминайте. Да, нет, вспоминайте спокойно. Я пока скажу, вы вспоминайте. Да, ну назад мы еще учимся ходить, пока крылья. А как? Учитесь. Ну, я сначала ее приучила одной рукой назад ходить в домике. Так. И она... Покажи. Домик? Домик. И она назад, назад. И она стала в эту сторону все время заворачиваться. Так. А сейчас вот так получилось. Назад? Значит, команда назад. Да. Только ближе к глазам, чтобы она отступала, не могла понять, куда ей смотреть. А если клипер перевесить? Что? Вот она мне все равно заворачивается. Тогда сократить цепочку до 1-2 шагов, ну прямо. Ну прямо. Да. Вот а вдоль стены если? Назад? А если она отклонится в другую сторону от стены? А это зачастую с личной кривизной зависит. Чего? Назад? У коней, по крайней мере, с личной кривизной зависит. Ну, понимаешь, легче всего на 2 шагов.